вот я, Мир, сейчас в разговоре с вами узнал с некоторым шоком, что вы, оказывается, и в Артеке тоже бываете, для вас это не пустой звук, и дружите с его гендиректором, которого сейчас попытались так бездарно оклеветать, но, слава богу, все это вроде бы начинает проясняться. Расскажите, пожалуйста, что вас-то привело в Артек, и что для вас это удивительное место? Ну, начнем с того, что для меня Артек — это не случайность, я артековец, это первое. Каких годов? Ой, лучше не говорить, а то сейчас женщины испугаются, да? Я, знаете, недавно я испугался, меня представляет артековец 1965 года, вот, я вдруг с ужасом подумал, что если бы в 65 году мне показали артековца, то должны были показать артековца 1920 года, и я бы впал в шок, понимаете, потому что сам своего возраста не ощущаешь. Да, разумеется, да. Вот. Но скажу вам так, что... Небось, лазурное или что? Нет, я был в Горном, был такой еще лагерь. Ох, так он и есть. Теперь в том корпусе, где я жил, там теперь служебный, он такой развалинный. Да, но я Горный-то знаю, разумеется. Да. Мы бежали как раз в Горный вниз. Последнее впечатление у меня было о Хрущеве. Когда Хрущева, перед тем, как Хрущева сняли, он приехал туда, в Артек, с президентом Индии, самый маленький был президент мира, сопровождал Радха Кришна. Я для них играл на скрипке и пел. У меня был голос, как у Роберти Лоретти. Сейчас вот трудно поверить. Обалдеть. Вот я получил золотую медаль лауреата Артека. Помню даже, как сопровождал Радха Кришну, вылили, выбросили на белые брюки виноград. Хрущев вскричал, вспылил на всю Костровую площадь, стал трястись. Я видел это. Он еще не знал, что через некоторое время он будет кричать больше и трястись больше. Да, по совершенно другому поводу. Да, по совершенно другому. Это было последнее его публичное появление. И вот это мое впечатление. А я пел тогда музыку, играл на скрипке и пел. И Хрущев подошел, сказал: ты очень хороший мальчик, и мы тебя возьмем туда, и ты будешь в Кремле у нас играть, ты очень хороший мальчик. Так вот, Артек, я вам скажу, что это для меня, да, это все равно, для меня это символ. Понимаете, я не говорю сейчас о советской власти, я говорю о том, что Артек — это всегда была романтическая сказка. Это был маленький принц, скорее, чем к счастью, да. Это было единственное место на советском пространстве, где, несмотря на то, что ходили с троем, говорили речевки, молодцы, артековцы. Да, тем не менее, все можно. Тем не менее, там был маленький принц, там был дух Моцарта. Я даже хочу написать песню «Моцарт живет в Артеке». И вот Борис Новожилов, генеральный директор, это не просто мой друг, это человек близкий. Это дело вернуть, хороший, да, очень мужик. Он попытался спасти от этих нуворишей, от этих бандитов, этот маленький кусочек земли, потому что они же... Получил за это. Да, и за это получает не раз. Уже два инфаркта получил. В Италии операцию делали. И сейчас я пишу в своей статье. Вы, кстати, молодец, что написали статью такую. Хорошо начинается. Не, я не могу видеть, как они уничтожают. Единственное, что там есть. Да, там больше действительно ничего нет. Единственный международный бренд, который есть на Украине, это Артек. И я им написал: вы же знаете законы интернета. Теперь, когда набираешь Артек... Первым делом будет слово «педофил». То есть они это на много лет сделали. Ой, бред. Это страшно. То есть я думал, что они это не осмелятся. Я в своей статье написал. Я до последнего момента... Я думал, что они это сделают. Мне казалось, что у них другого пути нет забрать эту землю. Они придумают педофилию. Потом выясняется. Помните, есть такая шутка, что премьера шведская гомосексуального фильма «Баба дала солдату». Когда пришла куча народу, вдруг выясняется, что несколько ошибок вкралось в рекламу. Не шведский го, а советский го. Не сексуальный го, а социальный го. И «Баба дала солдату», баллада о солдате. Вот то же самое произошло с Артеком. Знаете, с Артеком это произошло. Ужас этот случился. Да, вдруг выяснилось уже, что не в Артеке, и не работник Артека, и женщина, которая хочет сказала ему: или давай квартиру, или я тебя объявлю педофилом. Там все это было, да. Теперь это всплыло. Нет, ну подождите, до решения суда мы не можем ничего утверждать, но, по крайней мере, это такая грязная история, к которой Артек никакого отношения. Вы знаете, если Борис Новожилов или вот те люди, которых я знаю, когда-нибудь действительно суд докажет, что это педофилия, что это действительно имело место, одно из двух. Либо я полный идиот. Там в Артеке видеокамеры на каждом углу. Да, да, там обстановка сохранилась романтическая. Да мы же с Борисом Новожиловым друзья. И Рата, вы знаете наверняка, да, 73 Рат, года. Это священный врач. Священный, это подлинный врач. Это гиппократовский человек. Он России лечил. Про него написать, что он поощрял педофилию. Да как не сгорели эти люди в ту же секунду от стыда. Начинаешь думать о том, что Бога нет. Ужас какой-то. Дело. Да нет,